There's a fire starring in my heart, reaching a fever pitch and burning me out of the dark. 7-летняя Адель Загребина из Молокова с раннего детства обожает петь. Несмотря на столь юный возраст, она уже точно знает, кем хочет стать, когда повзрослеет. Мне нравится делиться своим творчеством, но это же так здорово. Я люблю дарить всякие эмоции. Моя мечта – занять Грэмми. Я хочу быть великой певицей. Мне это очень нравится. Музыкальные способности девочки ее мама Илона, пианистка по образованию, заметила, когда ребенку было всего 2 года. Я уже видела, что она отличается, что она слышит, ритм правильный воспроизводит, что нотки берет, и начала развивать ее побольше. Вскоре к урокам вокала добавились и занятия в музыкальной школе. Адель поступила сразу на 2 отделения – скрипку и фортепиано, но со временем решила сосредоточиться на первом инструменте. Сейчас она занимается музыкой в детской школе искусств поселка Развилка. Несмотря на свой юный возраст, очень целеустремленная, очень работоспособная. То есть помимо занятий, есть свободная минутка, всегда достает скрипку, всегда начинает заниматься, при этом при всем она совершенно не устает. То есть не для того, чтобы именно прийти на урок занять, а это и все идет абсолютно у нее как бы вот от чистого сердца. Очень приятно, что именно в Развилке появилась такая звездочка, которая будет нас радовать своим выступлением на концертах, ну и, естественно, может быть, в конкурсах каких-то, тоже надеемся. Инструмент ее тоже достаточно сложный, потому что выбор инструмента скрипка тоже говорит о многом, о характере человека, о характере ребенка, потому что скрипка – это один из самых сложных инструментов. Сейчас у Адели за плечами победы в более чем 20 всероссийских и международных вокальных конкурсах. А недавно она приняла участие в шоу «Лучше всех» с Максимом Галкиным на Первом канале. Это огромный опыт, потому что нужно было сделать все новое и в очень сжатые сроки. То есть эту песню «Титаник» на самом деле выбрал проект. Там очень круто, там Максим Галкин такой добрый, хороший, прям хочется его так обнимать, мы с ним играли в «Овечек». Кстати, на этом таланты юной Адели не заканчиваются. Девочка профессионально занимается еще и художественной гимнастикой. Но это, говорит, так, для души. Впрочем, хорошая пластика и гибкость юной артистке наверняка пригодятся. Татьяна Брылова, Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.